буденно, стильно та актуально. Гумові чоботи все ж залишаються незмінним атрибутом кожної модниці. Цей факт не заперечує і відома дизайнерка Альона Ворожбит. Це ярке пятно, це весело, це молодіжно, це недорого, тому це привлекає. Ну, не можна сказати, що це остромодна одежда, да, це лет 5 назад, це произвело фурор. Тож і одягати їх варто виключно за необхідністю. Я би, звісно, не рекомендувала носити резинову обувь, це... И вредно как бы для здоровья, и ноги парят, и колодки не держат пятку, то есть с ортопедической точки зрения это тоже как бы не добавляет ничего хорошего, но в то же время она защищает от дождя. Але якщо вже ви решили придбати, то знайте, як носити. Конечно, это все-таки направление более спортивной и уличной моды. Свитера, куртки, жилеты, там меховые, дутые, свитерки, шапочки, шарфики. Забудьте про штани широкого покрою. Це моветон. Это какие-то низкие, узкие силуэты внизу. Можно даже с узкой юбкой его одеть. Вот. И какие-то свитерочки, а верх уже может быть объемный. Підбором кольорової гами все набагато простіше. Сейчас мода йде така немножко наглючая не в плані форми, а в плані цвета, когда в одной вещи даже соединяются 2-3 ткани, 2-3 фактуры, 2-3 принта, соединение нескольких орнаментов в одном платье, еще можно усилить орнаментами какими-то в обуви и вот так вот нагло и весело провести время. Але в такому випадку вам має бути притаманне гарне почуття стилю. Это не каждый умеет смексовать, то есть подобрать, чтобы не было ощущения свалки. Оно может быть такое искусственной случайности, небрежности, но не хаоса. Подібний світер чудово підійде до гумових чобіт. Вони такі как бы безразмірні, от на узкі брючки, да, что-нибудь таке свободне, широке, може бути от без рукавів, просто жилет. И с брючками нараспашку. Можно одевать какие-то просто курточки коротенькие, тут потом свитерочки. Вот эти вот слой на слой, да, свитерок, там блузочка, свитерок, курточка. И выглядатимете стильно. Тож одягайтеся зі смаком та комфортом.